Всех приветствую! Сегодня у нас на обзоре такой автоматический обтягиватель пуговиц. Это у нас педаль, которая дает запуск к этому всему. Это у нас счетчик. Благодаря этому счетчику, если, допустим, у нас большое количество обтяжки пуговиц, чтобы мы не путали, сколько мы пуговиц взяли, вот оно нам считает все. Это тоже очень удобно, я считаю. Это у нас нож. Ножи бывают там разных размеров. Это у нас штука, которая ставится куда ткань, чтобы, допустим, вот если мы будем куда-то другое ставить, то она будет ломать, либо портить это. А вот данная штука, такой крепкий пластик, название я его, к сожалению, не знаю, он, допустим, так сказать, останавливает, и чтобы ткань резалась четко. Сильно. Это у нас нож, который 24 размера. Давлением он, ударной мощью своей, он пробивает ткань, и какой бы слой я ни ставил бы, он все равно делает дырки, тот размер, который нам нужен, и без проблем абсолютно. Пробиваем, без проблем она пробивает ткань. Иногда, конечно, заходит в эту пластиковую бежевую штуку, но так что постарайтесь более аккуратно, но она, в принципе, хорошо делает. Теперь мы устанавливаем пуговицу саму на обтяжку 24 размера. Ткань также, нож, потому что резал на 24 размер, она также подходит под эту насадку, которая тоже 24 размера. Это ту ставили папу, это у нас маму. И делаем звук. Увидим, услышим сейчас звук. И смотрите, здесь у нас насадки разные есть. У нас то, что в наличии 24 размер, 36 есть также размер. Это у нас не подходит, она потому что 28 или то ли 30 размера верхняя часть, а нижняя 36. Сейчас вы слышите звук компрессора, который собирает воздух, и из-за его давления у нас входит вот то, что вы сейчас видите, вот мы вытаскиваем то, что выходит из компрессора, вставляем наш аппарат, вот этот вот, и у него вот, нажимая да, вот педалью, которую с самого начала я показывал, она дает давление для нашего для насадки, раз, вставляется вниз одна часть, перетаскиваем туда, в другую сторону налево, и другая часть также, и вот так и обтягивает, в общем, вот данное приспособление. Без этого компрессора, конечно, работать он не будет, поэтому данный нюанс есть такой, что нужно приобретать отдельный компрессор, как бы оплачивать его тоже. Принцип работы, я думаю, вы поняли. В первую очередь обтягиваем верхнюю часть, шляпку, обтянули ее, вставляем потом ножку. И просто я с разных ракурсов показываю, как он работает. И звук тоже такой приятный будет. Щелчок такой четкий. Раз-два. И если у вас большая коллекция, так сказать, небольшая коллекция, большое количество пуговиц нужно обтянуть, то, конечно, это приспособление будет очень нужным, потому что оно стоит вместе с ножом 55 тысяч рублей на сегодняшний день, в районе там, $900. Поэтому, если вдруг у вас возникнет желание приобрести, пишите нам об этом. Отдельно ножи продаются также, отдельно и насадки продаются на каждый размер. Как если, допустим, у вас стандартно 36 размер, который используют все мебельщики, то вы можете купить только этот размер и обтягивать только эти пуговицы. Надеюсь, видео полезно было для тебя. Пиши об этом в комментариях, если помогло. И ставь лайк.